Добрый день, мои дорогие подписчики, гости моего канала, на канале «Томаты больше, чем любовь» Светланы Чернова. Сегодня 1 ноября, и я показываю свои первые растишки. Вот они были посеяны 21 октября. Я уж себе этот дневничок все записала, что, как, чего. Семена я все показывала. Первый раз я это делаю, это эксперимент, посев томатов для балкона, то есть для подоконника я себе написала. Они были посеяны все 21 октября, взошли они все 25 октября. Но два сорта не взошли, я об них скажу. И, к сожалению, ни один балконный перчик не взошел. Калейдоскоп, перец острый, перец кустарникового оконно-балконный и невеста. Об них говорить не буду. Их я замочу и повторно посею. Сегодня, скорее всего, даже и замочу. Ну, начнем о моих томатиках, о первых моих росточках. Что и как растет? Первый мини-бел. Мини-бел или мини-бел. Однолетник. Вот он. Голландской линии написано. Престиж их фасует. И вот первое он росточек. Два семечка посеяла, взошло одно семечко. Вот все я по два посеяла, только один сорт взошел два. Вдвоем взошли. Первый, значит, мини-бел взошел. Значит, можно уже доверять, какие томатики получим, пока нет. По всходам смотрим. Росточек довольно-таки хороший, ножка толстенькая, и уже собирается третий листочек. Но сегодня, скажем, еще и 10 дней не прошло со дня схода. Дальше второй снегирек не взошел пока, но попробую, может быть, замочу, а может быть, на этот год, если эти хорошо будут расти, и достаточно столько томатов будет. Так, непас тоже один взошел, вот он один стоит. Так, четвертый у меня оконно-балконный. На него я прям как-то так хорошо смотрела, 40-70 граммов, думаю. Тоже замочу. Я пока не расстраиваюсь, ничего. Пока первый раз сажаю, как говорится. Детские сладкие сливки зашли. Вот они вот единственные. Это вот пятый, по-моему, да? Пятый. Вот единственные два посадили, два зашли. И он лучше всех растет. Вот уже настоящий листок появился. Один первее появился, а второй чуть попозже. Но он тоже хорошо растет. Следующий Пиноккио. Тоже один. Он немножко послабее других растет, но тоже неплохо идет. Так, дальше. Следующий у меня седьмой Флорида Петит. Тоже один зашел, вот он. И все одинаково пока развиваются. И чудо-карлик. Вот он восьмой. Вот я 8 посадила сортов. Из них 6 зашли. И один только вот сорт. Так, вот детский сливка. Детский сладкий сливка называется. Вот два взошло. Посмотрим, как будут расти. Они у меня растут под... Фитолампы у меня нет. Я как-то и обзор показывала. У меня под обычной... Как она? Люминесцентная. Какая лампа? Вот трубка такая. Солнечные дни были. Эти дни днем я не включала, потому что солнце целый день. А вечером уже я до... Практически до 11 часов они у меня под лампой. Не под лампой, а лампа стоит сбоку. Иногда я ей поперек кладу. Ну вот у меня еще вот такой добрый молодец. Как его назвать? Никакого сорта племени не знаю. Я подобрала несколько, когда вот убирали парней. Думаю, посажу-ка на всякий случай. Вот дадут и не дадут. И он у меня вот, муж взял и все выбросил. Я говорю, думала, свалилось все. Вот один я нашла. Какой сорт? Что это будет? Не знаю, но растет. Те цветочки, которые с ним были, они упали. И уже новые цветочки тут идут. Ну, будет, не будет. Это опять-таки, это его проблемы, а не проблемы хозяина. В общем, я его буду холить или леять. Подоконники есть. Солнца не будет. Будем утеплять. То есть не утеплять, а подсвечивать. Вот с моими растишками вот так. Теперь это как бы для меня это весна в доме.
когда у нас уже солнце высоко, весна наступает, мы как бы у нас не в таком количестве, конечно. Пикировать я их буду, когда уже появится, может, даже два настоящих листочка. Пока я их еще и не поливал, немножко только обрызгивала, ну, сбрызгивала таким тонким этим. Потом уже, как обычные томаты, буду ухаживать. Как говорится, не первый день рассаду растим. Но все же мне вот эти два сорта очень хочется посмотреть. Снегирек и оконно-балконный. Вот он, оконно-балконный, и вот он, снегирек. Я, конечно, заказала еще и каменный цветок. В магазине не купила, уж больно он дорогой был, ну, где-то за 200 рублей. Я подумала, когда другие семена заказывала, ну, думаю, каменный цветок. Буду этим экспериментом заниматься, не буду. Но на всякий случай купила. Не я буду, так мои дети, внуки будут. Кому понравилось видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, у кого что уже растет, кто что посеял. У меня посадочный сезон начался 21 октября. Вот на 1 ноября у меня такие дела. Пока-пока.